Мой мир ограничен этими стенами. Мне кажется, что я бегу изматывающий марафон длиной в жизнь. И стоит мне хоть на минуту остановиться, я упаду и уже никогда не встану. Чувство свободы и радости жизни – это не обо мне. Мой самый частый гость – одиночество. Все это было так, пока я не узнал о проекте «Лыжи мечты». Этот проект снес стены, за которыми я жил много лет. Он открыл мне мир, в котором нет диагнозов, нет деления людей на больных и здоровых, на бедных и богатых. «Лыжи мечты» сделали меня равным среди равных и дали мне новый смысл в совместной деятельности. На склоне я ощутил себя свободным, живым, настоящим. А мои близкие, наконец, почувствовали, что я вместе с ними. И тоже получили возможность летать по снежным склонам. Проект «Лыжи мечты» существует уже 6 лет. Наша цель – сделать жизнь семьи с особенными детьми достойной и активной. Для того, чтобы этого добиться, мы открываем региональные центры «Лыжи мечты». В 2019 году 30 новых центров в 6 регионах. Проводим обучение и повышение квалификации спортивных инструкторов по терапевтическому спорту. За 2019 год 22 тренинга и 100 новых инструкторов. Проведено 2 всероссийские конференции инструкторов по терапевтическому спорту в Тюмени и Москве. Мы разрабатываем инновационные программы для детей и взрослых. На средства гранта мэра Москвы создана программа «Серебряный возраст» для пожилых с инвалидностью. В ней уже сегодня работают 30 новых инструкторов. Благодаря фонду президентских грантов впервые в России проведен инклюзивный семейный спортивный лагерь на Розе Хутор, где дети с особенностями разных возрастов и диагнозов со своими семьями учились играть в футбол и баскетбол, лазать на скалодроме, ходить в походы, кататься на роликах и беговелах. Мы привлекаем финансирование на бесплатные занятия. В 2019 году более 9 миллионов рублей были направлены на оплату более чем 3740 занятий. Это получается благодаря участию простых людей. Тысячи человек поддержали благотворительный сбор на оборудование в рамках зеленого марафона «Сбербанк вместе». Включению коммерческих организаций. «Сибур» и «Росэнергоатом» помогли открытию региональных центров. Через благотворительные фонды. При помощи фонда «СУЭК регионам» в Забайкалье обучен персонал школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья. Содействию государственных структур. Благодаря субсидиям в Московской области 55 семей из 5 районов получили возможность занятий горными лыжами и роллер-спортом. А еще мы организовываем соревнования, чтобы показать реальные достижения наших участников. На всероссийские старты мечты в Тюмени по горным лыжам и в Москве по роллер-спорту благодаря фонду президентских грантов приехали более 100 семей из 30 регионов России. Это стало крупнейшим спортивным мероприятием для детей с особенностями здоровья в России. Более 70 региональных соревнований «Лыжи мечты» прошли в регионах. Сейчас «Лыжи мечты» работают в 110 спортивных центрах в 36 регионах России. Это 10 тысяч занятий в год для более чем 3 тысяч детей и взрослых ежегодно. Мы превратили сложную реабилитацию в игру. Заменили больничные палаты на горнолыжные склоны и спортивные площадки. Мы доказали, жизнь каждого может стать не тяжелым марафоном, а легким скольжением по красивой горной или роллерной трассе. Поддержать «Лыжи мечты» можно на сайте dreamski.ru. Лыжный пассажир. Он
Он и я, и я.